Добрый день! С вами «Промэлектрика». Представляем разъемы М12 для коммутации управляющих сигналов. Для подбора разъема необходимо знать количество контактов, материал корпуса и габарит гермовода. Предлагаем трехконтактный угловой разъем в пластиковом корпусе, укомплектованный гермовводом PG7. Трехконтактное гнездо фиксируется металлической гайкой. Кабель присоединяется к латунной контактной группе винтовым креплением. Электрические характеристики. Напряжение до 60 вольт постоянного и до 250 вольт переменного тока. Контактная группа 4 ампера. Степень защиты IP67. Корпус пыли непроницаем и влагозащищен. Возможно кратковременное погружение в толщу воды. Такой разъем применяется для индуктивных, оптических, емкостных, ультразвуковых датчиков и датчиков давления. Если с годами на датчике стерлась маркировка, использование разъема поможет вам определить нужную модель. Также очень важно произвести замер питающего напряжения и сообщить номера контактной группы, плюс, минус или переменное напряжение. Мы всегда готовы подобрать для вас датчик или разъем из нашего широкого ассортимента.